На 27 августа текущего года зарегистрировано всего 26 366 случаев коронавирусной инфекции. Всего под контролем находится 5304 очагов инфекционных заболеваний, из них 4589 домашние очаги, 455 среди организованного коллектива, в том числе 33 в медицинских учреждениях. На домашнем карантине под медицинским наблюдением находится 10067 человек. Уважаемые жители, мы еще раз призываем в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции строго соблюдать все карантинные меры.